Доброго дня. Пока еще есть время, поднялся 10 минут в гостиницу Киев для того, чтобы сверху сделать стрим. Сейчас возвращаюсь в лагерь. Перекрыто полностью доступ в лагерь группами спецпризначенцев со стороны Грушевского, с двух сторон. Он закрыт, видите. Подготовленные, планомерно разворачиваются вот у них отряды Нацгвардии, так понимаю, они вперед будут пихать. И с той стороны также закрыто КАМАЗами, закрыто АЗАКами. Под каждую часть подгонен автозак с этой и с этой стороны. Также машины, к ним закреплены крюки того, чтобы сдернуть заграждение. Доступ в лагерь 10 минут назад прекращен. Значит, имеется в виду закрыто. С этой стороны парка достаточно большое скопление машин, как автозаков, так и машин для Нацгвардии. Информация с вечера прошла о том, что сегодня может быть зачистка. Сегодня утром она просочилась и к журналистам. Только что предупредили сотрудники Нацполиции о том, что это может происходить. И все мероприятия, которые здесь разворачиваются, показывают, что так оно и должно быть, по всему. Это делается средь бела дня, без всякого повода страны протестующих, в день, когда планируется голосование за антикоррупционный суд. Одна из версий: Порошенко решил показать свою силу, наплевав на закон и не удовлетворив требования людей про то, чтобы коррупция в нашей стране наказывалась для министров, для депутатов, для прокуроров реальными сроками заключения, а для этого создать антикоррупционный суд, чтобы прекратился беспредел, происходящий в стране, просто решили разогнать силой. Вторая версия: мы не знаем, что более приоритетно. Возможно, сорвать голосование сегодня за антикоррупционный суд, обвинив в этом людей, которые находятся здесь. Здесь людей немного. Здесь тяжкие станции, здесь хлопцы с батальона Донбасс, здесь гражданские активисты. Приехали несколько десятков женщин с Киева поддержать хлопцев. Количество говорить не буду. Из народных депутатов: Семен Сенченко, Егор Соболев, Павло Костенко, но звонил, что, возможно, едет ЛД по Россию. А ну, депутатам, судя по всему, плевать. Я обращаюсь к людям, кто мне бать даже то, что происходит, тем, кто бать даже, я не хочу даже тратить время. Сможете сюда приехать? Приезжайте, не пропустите вас лагерь, стримьте, смотрите, что происходит, распространяйте честную информацию. Тем, кто сможет пройти в лагерь, приходите, становите нами рядом. Обращаюсь к тем, кто приехать не может, или тем, кто сейчас не в Киеве. Сделайте пост, позвоните на информацию. Обращаюсь к тем людям, которые годами, десятилетиями или месяцами, не имеет значения, говорят, что они против злочинной влады, что они борются за людей. У вас есть прекрасная возможность прийти с тем небольшим количеством людей, которые здесь сейчас защищают Украину, и стать с ними рядом. И вы можете показать, что вы реально за людей. Нет, можете продолжать придумывать все виртуальные бои со злочинной владой, которые абсолютно никак некомфортно на вас не сказываются. У меня, в принципе, все. Вон, уже видите, разворачивается цепь с той стороны. Я прошу журналистов также сюда, тех немногих, которые остались, честные, неподконтрольные олигархии, подтянуться. Возвращаясь в лагерь с хлопцами. Последнее. Ко мне подошли журналисты, спросили: здесь же не так уж много людей. Скажите, почему вы не отступите, почему они не хотят, видя байдужесть очень многих, опустить руки? Но я хочу сказать, что всегда, когда оставался хотя бы один украинец, который боролся до конца, у Украины всегда был шанс. Так было в 14-м, так было на Майдане, на Востоке. Не буду вспоминать пафосные истории прошлого, когда кучка смельчаков показывала пример всем остальным. Я думаю, что каждый должен отвечать за себя. Сказать больше нечего. Прошу помочь словом, распространением информации. Я возвращаюсь к хлопцам. Судя по всему, сейчас уже это будет начинаться. Слава Украине! До тех пор, пока хотя бы один украинец борется.